Скажите, когда посадили первые кедры на Морском проспекте? Их сажала моя мама, но я забыла, в каком году. Кедры в Северодвинске высаживают уже много лет. Эти на проспекте Морской – одни из первых в городе. Их посадили в 1979-м. Уже 37 лет они делают воздух в этом районе чище. Посадочный материал местный, из района реки Солза. Привезены в возрасте 1 года. Работы выполняло управление «Зеленое строительство» вместе с Северодвинским лесхозом. Лиственницы привезены из района Емицка. Кедры живут только семьями не менее 3 штук. В дикой природе эти деревья растут на материнских грунтах. В городских условиях создать подобные невозможно. Плодоносить начинают через 80 лет. Шишки вырастают, но они непродуктивные. Сегодня северодвинцы высаживают кедры во дворах и на общественных территориях, возле школ, больниц, детских домов. На территории оборонных предприятий в городе заложен кедровый парк. Задай любой вопрос специалисту и получи правильный ответ. Программа «Спрашивали, отвечаем» поможет узнать много интересного и полезного и решить сложные жизненные ситуации. Присылай свои вопросы в виде СМС на телефонный номер 8-911-0-580-700 или звони 598-700. Также вы можете оставить сообщение в интернете по адресу vk.com/severodvinsk.tv.